чат! Я не знаю, ты не играешь в Black Desert, но я сейчас занимаюсь такими муторными вещами, как точка. Ох, ёкалашка, манешка, фгшка, я даюсь колотить. Ой. Да зараза ты, мать твою, зайди, зайди, не ты, Реплас, ты, Реплас, не заходи. Фух, Древен, зайди. Хватит становиться сучкой, Древен, зайди. Древен, зайди, Древен, Древен, ты должен зайти, сучка, ты должен, ты обязан, ты молодец. Я тебя просто вообще-то уважаю, чувак, уважаю. Я тебя, сука, уважаю. Хули, давай 49. Я эти фейлы оставлю, это крутяк. 49 вошло! Красава, 49 фейлов, 40, сука, Но я так и сэкономил на самом деле прошку, потому что если бы долбанул, то она бы у меня осталась на нуле, так что 20 печенья я сэкономил.
Хотелось бы подвести небольшие итоги чисто так от себя, как человек, который точил на видео весь свой босс-сет до 18. Да, ребята, кому-то везет, кому-то не везет, кто-то точит очень быстро и тратит на это крайне мало денег, а кто-то точит как я. И самая жесткая точка у меня именно точка древняя. На него я вложил столько денег, что я по сути мог купить себе 2 19-х древня, ну либо 2 другие 19-е шмотки. Так вот, к чему я все это. Точиться в этой игре довольно весело, делать это нужно и можно, и кому-то реально много везет, прям дико везет, и можно сэкономить. Имейте в виду одну такую вещь, что иногда вам может дико фартить, и вы прямо яро все экономите. Но в один прекрасный момент вы можете взять и все нахрен расточить, если даже вы точнете какую-то дорогую бижутерию там на тройку, на двойку. Все, что вы до этого себе окупали, вы можете за один раз просто влить. Вот я, например, точнул себе кольца, точнул себе там сережки. По итогу, да, я вроде бы и сэкономил нехило, там по 200 лямов с каждой и так далее. Но потратил я гораздо по итогу больше на ту же самую точку. Поэтому вывод, ребят, конечно, ни для кого не секрет, но покупать реально выгоднее. Опять же, это обращение чисто к людям, которые сомневаются, покупать им или точить. Покупайте, если есть возможность, лучше накопите и покупайте. И нервы, и время сэкономите 100%. Все, ребята, 18-й босс-сет по фулу. Всем спасибо, что смотрели. Далее станем точиться на 19. Я тут уже начал кое-что точить, но пока безуспешно. Но это уже совсем другая история. Всем счастливо, всем удачи, подписываемся, ставим лайки, покедова!